Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Продолжается эксперимент по выращиванию зелени и овощей в домашних условиях. Можете посмотреть для начала первый этап, первую серию, и сегодня мы продолжим сажать и посмотрим, каких результатов мы добились. Прошло пару дней, и результат реально колоссальный. Я думаю, вам будет интересно. Делитесь этим видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы приступаем. Так, небольшой апдейт по семенам. Сегодня 15 декабря у нас. Огурчики уже простояли некоторое время, и тут есть что показать. Смотрите. В общем, вот так они пустили корешки. Я думаю, можно уже будет их сажать. Видите, какая красота. Вот так она, природа, развивается. 16 декабря. Наконец-то садим огурцы. Давайте посмотрим, как они проросли. В общем, вот так вот выглядит. Давайте их еще немножко подмочим, чтобы они тут были готовенькие. Будем сажать вот в такую посуду. Что-то у нас не осталось совсем посуды. Вот, сейчас ее помоем, погреем, чтобы она тепленькая была, а не холодная. Так, тут земелечко остаток. И, в общем, все садим и покажу уже результат. Так, ну что, вот что-то типа того получилось. Сейчас все это дело польем и немножко прикопаем. И будем смотреть на результаты. Вот в такой пластиковой таре оно у нас здесь будет стоять, и будем смотреть на результаты. Так, здесь семена пока не видно, разница, а вот здесь уже начали потихонечку выходить. Так, тут помидоры. Так что выглядит вот так пока. Снова небольшой апдейт. Смотрите, салатик, друзья, уже вот так вот приподнялся. Помидор пока не хочет. Петрушка у нас тоже пока ничего особо не видно, но, возможно, есть прогресс. Так, огурчики были сегодня посажены, и они уже немножко так, скажем, зашевелились. Вот эти вот белые точечки. Вот, так что пока вот такой минимальный прогресс. Но вот здесь особенно заметно. Смотрите, красота. Красота. Буквально поднялись за целый день. Итак, 17 декабря, время где-то 12. Точнее, 13:00. Вчера посадили огурчики, так вот они уже начали всходить, друзья. Именно замоченные семена с корешками, которые. То есть сразу они начали потихонечку выходить. Так, петрушка у нас, к сожалению, пока что-то не хочет особо выходить. Лук пока что тоже никаких новостей нет, так же, как и помидоры. Но вот а салатик, друзья, прям-таки попер. То есть уже сантиметра, наверное, по 2, по 3 даже салатик стал, смотрите. Некоторые вот так вот двумя стебельками растут. Так что пока что вот такой прогресс у нас. Итак, 18 декабря, друзья. Следующий день, смотрите, какие стали огурчики. Просто офигеть. Вот, к примеру, мой палец, да, ну вот так вот где-то отросли. Офигеть. Так, петрушка у нас что-то не хочет стартовать, салат у нас вот так вот вырос очень хорошо, помидоры пока тоже не стартуют, так же как и лук. В общем, эксперименты продолжаются, лампочка светит, и вот так вот все это дело вырастает. Немного хотел добавить про семена помидоров, все-таки есть некоторый успех, видите, вот в середине такая белая точечка, и это походу первые ростки помидоров у нас. Вот здесь вот тоже белая точечка. Сейчас попробую поближе показать. Видите, похоже на росток помидора первого. В общем, спустя несколько дней все-таки помидорки начали у нас стартовать. Удивительно, но петрушка пока что-то не просыпается. То есть лук и петрушка у нас пока что в отстающих. И это прямо крайне удивительно. Вот можно пронаблюдать тоже, как росток пытается пробиться из-под земли. Также вот этот вот росточек. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наш увлекательный эксперимент по выращиванию зелени в домашних условиях.